минувшую пятницу в Истре жители района могли попасть на прием к представителям областного правительства. В рамках проекта «Общественные приемные» с 10 утра в здании районной администрации с проблемами разбирались работники министерств – энергетики, имущественных отношений, экологии и природопользования. Помогали решить вопросы специалисты из Государственного юридического бюро по Московской области и свои районные специалисты. По состоянию на 11 часов у нас 36 записавшихся на прием. Вот, но цифра будет меняться, поскольку люди не все приходят, а вместо них мы записываем тех граждан, которые предварительно не записались, но приходят с просьбой по срочному вопросу принять их сегодня. Я думаю, что в пределах 45 сегодня человек попадут на прием. Прием граждан районной администрации проходит регулярно по адресу Ленина, 10. В этот раз жителям района, чьи проблемы находятся в компетенции областной администрации, посчастливилось обратиться напрямую. Татьяна Афанасьевна, есть. Это значит, что я что-то читал просто справа. Я с вопросом о переводе лесных поселков, земель Гослесфонда, в земли населенных пунктов. Мы, например, когда открываем вот этот реестр земельный Московской области в интернете, то там поселок, например, наш поселок, станция Холщевики. На картах лесного хозяйства, и вот Министерство природопользования, в частности, нам говорили, мы были там, когда проводили газ еще, нам сказали, у вас 50-й квартал – это лес. Лес там никакого нет. Ее не было вообще. В 59-м году был поселок организован как вот леспромхоз. И он существует с той поры. Сейчас вот. Комитет лесного хозяйства, новый руководитель пришел. Он как раз профессионал в части, касающейся имущественных отношений. Он до этого работал министром имущественных отношений в регионе. Поэтому я думаю, он очень квалифицированный человек. Мы поэтому вчера советовались, что сделать, как вам реально помочь. Поступим следующим образом. Я у вас приму заявление сейчас, у вас оно есть, да? Мы его перенаправим как раз руководителю Овцинову Владиславу. Ну, я от себя лично вам обещаю, что попрошу руководителя повнимательнее самому посмотреть это все. Да. Хорошо? Да, хорошо. Договорились? Спасибо, да. Да. Да? До свидания. До свидания. Спасибо. И мы очень рады и очень благодарны правительству Московской области, что такие приемы проходят, и они получают от жителей настоящий срез проблем, на которые они могут влиять, например, в том числе и благодаря законодательных инициатив в будущем. Прием состоялся. Проблемы озвучены. Мы будем следить за решением вопросов. Екатерина Харитонова, Денис Лесиков, Истранет ТВ.